Было это в те далекие, можно сказать, доисторические времена, когда злобный вирус еще не бродил по нашей планете. И люди умирали, как им и положено, от известных болезней и от старости. Но потом эпидемия перетасовала карты и смешала планы и судьбы. Мужчина подобрал кота и собаку на стройке, где они еще малышами старались выжить, выпрашивая поесть и попить. Сам он работал электриком. Хорошим электриком, отличным. Поэтому работы было полно, только успевай разъезжать на маленьком минибусе, забитом всякими инструментами. Так что питомцы, когда подросли, стали ездить вместе с ним, и работяги на стройках всегда радовались, когда видели эту дружную троицу. Но человек предполагает, а судьба располагает. И вирус не щадит никого. Вот и их человек заразился. На одной из строек. Очень жарко и неудобно работать в маске, знаете ли. Он ее и снял. А вскоре почувствовал головную боль, одышку и температуру. Родственников у него не было, поэтому, когда его забирала скорая из дома, кот и собака побежали за ней. Они долгих 2 недели сидели у входа в приемный покой, но так и не дождались своего человека. А медсестра, которая всегда кормила их, погладив, в этот раз сказала, что вечером заберет их домой, потому что ждать больше не надо. Как собака и кот нашли могилу своего хозяина, не знает никто. Никто и не узнает. Они нашли ее, нашли и остались возле своего человека. Пес говорил коту, что иногда видит его и не понимает, что он им хочет сказать. А кот... Кот очень сердился и ругался, он-то все понимал. Он объяснял глупой собаке, что их человек просит их уйти и постараться устроить свою жизнь. Тогда пес говорил ему, чтобы передал, что они своих не бросают. Так и жили. Воровали еду у фермеров, чье хозяйство имело неосторожность располагаться недалеко от кладбища. Иногда их подкармливали сердобольные люди, приехавшие на похороны, а таких становилось все больше и больше. «Везут и везут», — вздыхал пес. «Да уж», — соглашался кот. «Болячка эта противная, никого не щадит. Наверное, у них тоже остались домашние питомцы, ну, как мы с тобой. И они, наверное, тоже хотели бы сюда попасть, чтобы быть рядом со своим человеком. Но таких умных, как мы, мало». «А то!» — с гордостью соглашался пес и облизывал своего кошачьего друга. «Мы особенные!» Но вскоре оказалось, что не такие уж они и особенные. На кладбище стали появляться собаки и коты. Собак, конечно, было больше. Они шли и шли, и никому не было до них дела. Сперва вспыхивали ссоры и драки между пушистыми и кудлатыми, но несчастье сближает не только людей. Поэтому постепенно, перезнакомившись, все коты и собаки, обитавшие на могилах своих умерших хозяев, организовались в одну стаю. Бандитскую, самую настоящую бандитскую собако-кошачью стаю. Теперь на хозяйство фермеров совершались набеги, организованные острым кошачьим умом и изворотливостью, и собачьей наглостью и решимостью. И не столько они, эти несчастные коты и собаки, съедят, сколько причинят сопутствующего ущерба. Разобьют, разгонят, распугают, разорвут и мало ли что еще сотворят. Отстреливать их было нельзя. Во-первых, надо спецразрешение. А во-вторых, попробуй постреляй на кладбище. И в-третьих, стрелять в котов и собак среди фермеров желающих не нашлось. Команда ловцов, нанятая фермерами, уехала несолоно хлебавши, после того, как один из них упал и сломал руку о надгробную плиту, а второй вывихнул лодыжку. И тогда все фермеры с окрестных земель устроили собрание в одном из больших домов. Председатель их сообщества был видным мужчиной, лет эдак 50,
высокого роста и громогласного рыка. Он довольно быстро обрисовал ситуацию и сделал предложение обществу. Поскольку невозможно было ни уничтожить, ни отловить хитрую кошачью-собачью банду, он предложил приручить их. Для этого предполагалось использовать пустующий домик рядом с кладбищем, сдавать ежемесячные взносы с каждого хозяйства и найти человека, который ухаживал бы за пушистыми и кудлатыми малышами. Ропот по поводу новых сборов денег разрастался как ручей, переходящий в бурный поток, но председатель прогремел басом, что если у кого есть другое предложение, то он заранее согласен, а если нет, то будьте любезны, сдавайте деньги. И он пошел со списком и картонной коробкой по фермерам. Ворча и ругаясь, они вытаскивали кошельки и просто смятые бумажки из карманов. А через несколько дней председатель привез из города женщину, ходившую по улицам и просившую подаяние. Ей негде было жить и нечего было есть, а выглядела она вроде прилично. Так что, поездив, он остановил свой выбор на ней. Привезя ее в пустой домик, он выгрузил мешки с едой для котов и собак и сказал, что вскоре приедет, чтобы привезти холодильник и другие приборы. Женщина попросила разные кухонные принадлежности, и дело закипело. Вскоре нежилой домик превратился в очень приятное место, откуда пахло мясом, рыбой и другими вкусностями. Несчастные коты и собаки сбежались и смотрели во все глаза, подняв носы и пытаясь втянуть как можно больше этого прекрасного и такого вкусного воздуха. Может, он наполнит их пустые и урчащие желудки. Женщина вынесла несколько больших мисок, наполненных ароматной едой, и поставила их недалеко от домика. Так и пошло. Собакам и котам никуда больше идти не надо было. Их ведь и здесь хорошо кормили и гладили. Точно, точно. Вы не забыли, что все они были когда-то домашними? Женские руки быстро вернули их в старое состояние, и двор маленького домика теперь был полон собак и кошек, которые жались к своей спасительнице. Председатель регулярно приезжал и привозил деньги, продукты и еду для пушистых и кудлатых. Набеги на фермерские хозяйства прекратились, и он был очень доволен. Постепенно ветврач, обслуживающий фермеров, кастрировал всю собачью и кошачью банду, так что, приезжая в гости к новой соседке и привозя разные разности, нужные в таком хозяйстве, фермеры удивлялись. Они вместо злобных, шипящих и лающих чертей находили ласковых домашних питомцев, жмущихся к их ногам и просящим ласки. И как-то так случилось, что сперва разобрали собак, чтобы охраняли хозяйство от набегов лис и прочих лесных обитателей. А кто мог лучше бывших собачьих бандитов справиться с такой задачей? Правильно, никто. Потом сердобольные женщины разобрали котов. Да так, что новая соседка попросила председателя привезти ей из города хоть парочку. Потому что скучно стало в ее опустевшем дворике, а соседи уже снесли ей курей, уток, гусей и парочку поросят. Ты, городская, не ходи просто так. Ты давай работай и на жизнь себе зарабатывай, — учил ее председатель. Вишь, гусей у тебя, курей и уток много, надо шевелиться. И он стал заезжать каждый день, помогая женщине освоиться с незнакомым делом. А через несколько месяцев, надо же, такое дело, смущаясь и оправдываясь, он объяснял всем соседям-фермерам. Понимаете, какое дело? Сам не понимаю, как вышло. Ей-богу, случайно. Ну, не знаю я, как это получилось. Ты, Петрович, чего оправдываешься-то? Шутили соседки. Дело-то житейское. Дай бог тебе и ей здоровья. Ты человек одинокий, бобыль, значит, а в нашем хозяйстве это нехорошо, сам знаешь. А она, женщина, судя по всему, справная, работящая, заботливая. Какого же тебе лешего надо?
Все хорошо, Петрович, не смущайся, а давай праздник назначай по этому поводу. Если бы наши мужики такими живчиками, как ты, были, да разве мы еще по одному мальцу не согрешили бы?» И соседки, смеясь и подмигивая друг другу, толкались локтями. Петрович и Полина Николаевна расписались в городском ЗАГСе, а потом Петрович назначил день, и все фермеры, знакомые с ним и с этой историей, приехали на их скромную свадьбу, все, между прочим, как и полагается, в масках, сперва. Длинный ряд столов был завален свежей вкусной едой, приготовленной руками соседей. Самогон, настоянный на дубовой коре, зверобое и вишневых веточках, сам тек в стаканы. Петрович порхал вокруг своей Полины, сидевшей за столом с округлившимся животиком. Он ходил гоголем и принимал поздравления. — Ну, Петрович, давай, дай бог вам здоровья и потомства! — подходили к нему. И вскоре он захмелел. Народ расселся за длинные столы, почти 100 человек пришло поздравить молодоженов. И тут одна соседка между 4-й и 5-й рюмкой вдруг потребовала, чтобы Полина рассказала о себе, потому как вливается в их дружный коллектив, а никто про нее ничего не знает. Петрович сразу протрезвел и, тревожно глянув на свою жену, попросил тихонько: «Не надо, Полиночка, не надо». Но та, тяжело вздохнув, встала и, погладив Петровича по голове, ответила ему: «Не волнуйся. Люди хотят знать, с кем им рядом жить. Они правы. Ты не переживай. Мы ведь с тобой уже вместе, и все хорошо». И она начала рассказ. Обычная себе такая история. Работала она в одном из университетов профессором математики, кафедру вела студентов, муж тут же был преподавателем, а сын, выучившись и женившись, уехал в Америку, где и устроился хорошо. Народ замолчал и даже положил вилки и ложки. Все смотрели, раскрыв рты, на профессора математики. Они и представить себе не могли, что поберушка, которую год назад привез Петрович, тоже раньше была уважаемым человеком. А потом... Полина вздохнула. Потом пришла похоронка. Сын разбился в аварии. Очень спешил на работу. У мужа не выдержало сердце. Инфаркт съел его за неделю. Я осталась одна. Соседки смотрели на нее во все глаза, а глаза у них уже были на мокром месте. И дело здесь было не в количестве выпитого, а в том, что они просто были душевными людьми. Городская жизнь не испортила их. Потом пришли риэлторы и предложили разменять мою большую квартиру на меньшую, пообещав мне много денег. А жить-то надо было. К тому времени я ушла из университета. Просто больше не могла работать там, где мне все напоминало о сыне и муже. Так я и оказалась на улице. Квартиру у меня просто отобрали. Скиталась и просила подаяния. Иногда добрые люди пускали переночевать и помыться. Иногда в подъездах ночевала, когда жильцы на улицу не выгоняли. Если бы вот не Петрович... И Полина, наклонившись, поцеловала густой седой ежик своего Петровича, то не выжить мне. Он меня и спас, сюда к вам привезши. Так что спасибо вам всем за то, что приютили, обогрели и сгинуть не дали. И Полина низко поклонилась всем сидящим, выйдя из-за стола и придерживая округлившийся живот. Соседки рыдали, тихонько прикрыв руками рты. Петрович вышел и, обняв Полину за плечи, повел к столу. А пес и кот, с которых мы начали рассказ, уже давно спали, потому что была глубокая ночь, и луна светила вовсю, улыбаясь празднику и веселью, таким нечастым в наше время. Кот и собака спали в домике совсем недалеко. Их взяли двоих, и они лежали, прижавшись друг к другу, и тихонько посапывали.
Им снился их человек, ушедший так рано. Он улыбался и кивал им. Он был доволен. Пес тихонько заворчал и прижал к себе лапы кота. Он положил на него свою большую голову и опять заснул.